Дорогие друзья, всем добрый вечер. Вы на канале OneD73. У нас сегодня с вами 31 августа 2018 года. Время 22 часа 12 минут. Температура за бортом плюс 19 градусов. Да, ребята, сегодня у нас заканчивается последний летний месяц уходящего 2018 года. От себя что я хочу сказать? У меня в этом году появился свой интернет-канал. У меня появляются потихонечку подписчики. Я стараюсь снимать разностороннее видео. Стараюсь снимать все-таки. Нахожу, находил и буду находить новые интересные темы. Какие-то буду поднимать острые вопросы. И в этом году, и в будущем году. Соответственно. От себя еще хочу добавить, что лето удалось все-таки. Да, год, конечно, был у меня тяжелый был, непростой был год. Но он сложился в том плане, что все-таки моя поездка состоялась на Черное море в очередной раз. Все-таки мы с семьей съездили. Мы отдохнули, набрали сил, энергии, много позитива получили. Познакомился с интересными людьми. Большая подписка у меня в Инстаграме, кстати говоря. Там тоже смотрят мое видео. Так что я всех приглашаю подписаться в Инстаграм. Я, кстати, потом скажу, как правильно меня можно будет найти. Очень буду рад новым подписчикам. Очень буду рад новым комментариям, новым лайкам. Очень буду рад. Надеюсь на поддержку своего канала. И очень хочу получить эту поддержку. Снимать мне на самом деле очень интересно, прикольно. Но поскольку я же довольно-таки взрослый человек, то, конечно, есть определенные серьезные вещи. Это уже не до приколов, а все-таки прикол-то есть приколы. А интересно, а серьезные вещи, они требуют особого какого-то внимания. И я их не буду упускать из объектива своей видеокамеры. Ну, конечно, жаль, что так лето очень быстро прошло. Да, лето в этом году было очень хорошее. Очень было жарко, очень, кстати, жарко было на Кубани. Это что-то даже было страшно на самом деле, потому что мы уезжали, было плюс всего-то 14 градусов тепла, а приехали в Ростовскую область, там уже было 38, в то время как на Кубани уже там было гораздо, было жарче и теплее. Да, ребята, поездка на Черное море удалась. Да, мы выбрались на Кавказские горы. Мы все-таки очень много гуляли по Анапе. Да, там все-таки у меня было и видео было много про Анапу, и вечерние Анапы, и прогулки по Анапе, и парк аттракционов был, соответственно. Ребята, там, конечно, очень здорово. Там, конечно, очень классно. И я не пожалею и никогда не буду жалеть о том, что все-таки мы там побывали. Будем приезжать, будем там гостить, будем для себя открывать новые места, находить какие-то новые пейзажи, новые виды и все об этом снимать и рассказывать. Да, заниматься ютубом, да, и снимать для ютуба, и снимать для своих будущих зрителей, мне, конечно, ребята, очень приятно. На самом деле у меня такой есть друг Александр Кац, у которого тоже есть свой канал. Я его тоже хочу, так скажем, через свое видео прорекламировать. Да, подписывайтесь, смотрите. Да, такой тоже интересный, разнообразный молодой человек. Я думаю, вы что-то тоже в нем найдете. А со своей стороны я тоже хочу сказать. Я в свое время очень много и давно писал стихи. Вот, значит, я обязательно сниму, несколько сниму видеороликов, видеоклипов, где вы услышите мои произведения. И я очень надеюсь все-таки от вас услышать, то, что не услышать, я прошу прощения. Очень хочу, чтобы какие-то были комментарии по поводу моих произведений, потому что я к этому делу относился и отношусь очень серьезно. Хочу попробовать немножко, так скажем, новое направление. В общем, я себя просто ищу на просторах интернета, ищу себя на просторах YouTube-канала. Всегда, конечно, перед камерой волнительно что-то говорить, потому что все-таки много людей смотрят,
конечно, переживаешь, волнуешься. Но, в общем, от себя постараюсь сделать все максимально красиво, понятно, внятно, чисто таким красивым нашим русским языком. Друзья, еще хочу сказать огромное спасибо, конечно, Казахстану, который меня смотрит, меня, так скажем, интересует с моим каналом. Ребята, вам большое-большое спасибо. Вам от меня большой-большой огромный привет. Вот. Огромный привет Краснодарскому краю, Кубани. Огромнейший привет. И очень хочу набрать аудиторию из своих сторонников. Хочу, чтобы у меня свои были, конечно, ребята, подписчики. Просто об этом мечтаю. И я, конечно, к этому буду стремиться через свои видеообзоры, видеосъемки. В общем, буду продолжать снимать все то, что я вижу, все, что меня окружает. И, конечно же, я еще хочу сказать, что многие видео мне помогают снимать мой любимый сын. У него тоже есть свой канал, называется он Starting Gamer. Это канал развлекательный, это, конечно, больше канал вот для детей там 10, 11, 12 лет. Так что, если кому будет интересно, тоже смотрите, подписывайтесь, поддержите его канал. Я, конечно, ну, не призываю, вот, ну, прошу чисто по-человечески. Ну, что еще хочется сказать в этот последний августовский день? Да, конечно, с утра погода была не очень хорошая, у нас с утра здесь поливали дожди. Вот, выезжал на работу, было очень было прохладно, всего-то было плюс 15 или плюс 14 было градусов тепла. Вот, вышел, машина вся у меня была в листве, в желтой, ребята, листве. Это вот честно, откровенно, даже вот сейчас, возвращаясь с работы, у меня машина стояла на парковке, и то у меня на крыше на машине осталась обычная желтая листва. Ну что, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, дорогие... дорогие все наши люди, кто смотрит канал YouTube. Давайте не будем расстраиваться, все-таки жизнь не кончается, она продолжается дальше. Я надеюсь, что у всех в этом году лето было классное, было чудесное, было замечательное. Все набрали сил, хорошего настроения, бодрости, так скажем, зарядились на весь рабочий год. Так что давайте стремиться и жить до следующего лета. Все-таки давайте двигаться вперед. Все-таки жизнь хорошая, прекрасная, замечательная, удивительная вещь. Сколько в ней всего самого красивого, прекрасного и разнообразного. И вот на этой такой, скажем, позитивной ноте я хочу закончить сегодня такое свое небольшое видео. Вот. Еще раз всем большое спасибо. Ребята, не унываем. Впереди еще много у нас что? Хорошего, интересного. Впереди еще много будет открытий. Много будет всякого у нас различного, красивого, замечательного видео. Просто сейчас уже мы будем погружаться в очередную пробку на Рязанском проспекте. И уже не хочется отвлекать уже ваше внимание на эти вечные пробки, на это вечное стояние в этих пробках. Так что всем пока. Вы были на канале Иван Ди-73. Жду новых подписчиков. Подписывайтесь, ребята. Всем добра. Желаю здоровья, счастья, удачи, терпения. И увидимся на моем канале. Все. До свидания.